Дорогие друзья, мы вас пригласили на церемонию награждения победителей 12-го международного фестиваля детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики «Детектив Фест». В номинации «Игровой детективный кинофильм» победитель «Прыжок Афалина», Казахстан, «Казахфильм». Два слова. Для меня это очень приятное известие, так как режиссер фильма находится в Америке, автор сценария находится в Алмате, он занимается военными делами, он министр обороны. Мне поручено, как говорится, получить возможный приз. Поэтому я очень благодарю жюри фестиваля, благодарю директора фестиваля Юрия Анатольевича Митюшина и приглашаю вас к совместному сотрудничеству с киностудией «Казахфильм». Благодаря нашему президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву кино у нас развивается. У нас степи, горы, озера и другие, как говорится, ландшафтные натуры, поэтому я приглашаю работать вместе с нами, а с Россией мы будем сотрудничать совместно всегда. Спасибо. Еще одна традиция. Каждый победитель у нас пришел без шляпы, уходит, простите, в шляпе. Хорошо. Следующий победитель. Миссия Стамбул, Индия. Прошу вас. Володя Есенин. Good evening, everybody. I would like to congratulate Mr. Yuri here and the Detective Company for putting up such a beautiful event and hosting it successfully for the 12th year in a row. Добрый вечер всем. Я очень благодарен Юрию за то, что он пригласил сюда представителей индийского кино. I wish them all the best for the future. I'm very happy to be here and thank you very much for this. Я желаю вам благополучия, счастливого будущего фестивалю и большое спасибо за приз. Thank you very much, everybody. Happiness to all of you, and lots of good films, lots of interesting films. All of us keep making. Спасибо. Огромное вам спасибо. Всем счастья, здоровья, благополучия. Продолжайте производить фильмы. Спасибо. Спасибо. Владимир Лисинов. Победитель в номинации «Игровой детективный кинофильм» Рябиновый вальс, Россия, Москва. О, кинопрограмма 21 век. Володя. Там, где Митюшин, там победа, ребята. И там детектив всегда. Спасибо. Фильм «Иран. Лисья охота». Прошу. А господин Рязданин, прошу вас. Представитель Бутсали радио «Ирана», господин Рязданин, прошу. Прошу повернуться. Я выражаю огромную признательность и благодарность от имени организации Гостелерадио Исламской Республики Иран за этот приз. Надеюсь, что в будущем мы еще более плодотворно будем сотрудничать с вашим фестивалем. Спасибо. Специальный приз. Семейное преступление. ТВЕ Испания. Прошу.
Okay, thank you very much. It's an honor to receive this prize in the name of Spanish television and the team who has made this TV movie. Thank you. Для команды, которая делала этот фильм, огромная честь получать приз этого фестиваля. Спасибо. Спасибо большое. В номинации «Игровой детективный кинофильм» диплом вручается «Хроника столичных воров. Россия, Москва. Яр-Арт». Прошу. Выражаю большую глубокую признательность организаторам фестиваля. Большое спасибо. Думаю, что будем радовать дальнейших зрителей. Спасибо. Спасибо. Сериал «Противники. Китайская народная республика». Приз. Прошу. Thank you so much. Thank you, Mr. Yuri Michinko, and everybody here. And we are very proud to be here on this festival, and thank our chief director Yu and also director Tao, and we win this. Okay, hope we can see you next year. Благодарим Юрия Анатольевича Митюшина за то, что он смог, за то, что он пригласил нас на этот кинофестиваль. Мы очень рады получить приз на 12-м международном фестивале детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики. Специальный приз номинации детективный сериал «Плод», который исчез при загадочных обстоятельствах. Украина, Киев. Прошу. Дуже дякую. Все, спасибо огромное, очень приятно. Спасибо. Личное дело капитана Рюмина, специально приз на номинации детективный сериал «Россия, Москва», за нам всемирные русские студии. Прошу. Спасибо огромное, мы принимаем участие в этом замечательном фестивале с первого года его существования, да. И нам очень почетно получать призы здесь и приятно находиться. Спасибо организаторам, спасибо жюри, спасибо папам, мамам, тещам, женам за то, что мы все-таки можем получать здесь призы. Всего доброго. Спасибо вам за то, что вы делаете хорошее кино. Специальный приз номинации детективный сериал, детективы серии «Кто вы, господин детектив?» Россия, Москва, ООО «Телеформат». Прошу. Спасибо фестивалю. Спасибо вам.